люди в массе своей стихийные оптимисты, хотя, конечно, все чего-то боятся, но трудные времена всегда были, есть и будут, и у нас они тоже, несомненно, будут нелегкими. Нас это касается, например, в той части, что мы сейчас сырьевая держава, а сырье – это вещь конечная, по крайней мере, то, которое мы сейчас торгуем. Естественно, сложности у нас будут. Но я хочу сказать, что мы находимся далеко не в самом худшем положении по сравнению со многими другими народами. Поэтому говорить о каком-то крахе не стоит. Ну, а загнивание, тем более, на мой взгляд, не видно.